Власти Сургута обновили список объектов недвижимости, с которой готовы расстаться. Об этом стало известно на заседании Комитета городского парламента по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Так, предлагается продать муниципальное помещение в жилом доме на Ленинградской 3 площадью 90 квадратных метров. Рыночный оценочный отчет определил стоимость 6 миллионов 200 тысяч рублей. Также на торги выставят помещение на Первопроходцев 18 площадью 465 квадратов. Его готовы отдать за 3,25 миллиона рублей. Так дешево, потому что в недвижимость нужно будет серьезно вкладываться. Еще один лот – нежилое помещение на улице Федорова, 5/3. В этом здании располагается одна из крупнейших управляющих компаний города – ДЭЗ Восточного жилого района. Также здесь базировалось муниципальное учреждение, дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. Способ приватизации аукцион в электронной форме открыт по своему по составу участников и по форме подачи предложения о цене имущества. Начальная цена объекта 22 миллиона 137 тысяч 597 рублей. Шаг аукциона 1 миллион 100 тысяч рублей. Если вопросов нет, то будет предполагаемое решение. Рекомендовать на 12-м очередном заседании Думы города принять проект решения, представленной редакцией. Кто за данное решение, прошу проголосовать, уважаемые члены комитета. За 5, единогласно.